Добро пожаловать, мои хорошие. Мы продолжаем играть с вами в Durways The Underworld. Так. Что у нас тут было? Где мы остановились? Да. Значит, для этой докторши надо было найти рентгеновские снимки. Точно, сейчас этим займемся. Возле печатной машинки сохранится. Это такая, знаете, нотка прошлого, когда мы сохранялись в Resident Evil, еще когда это было возможно. Я помню, было дело. Так, на месте покрутились, в себя вроде как пришли, пошли искать. Здесь мы подобрали один снимок, насколько я помню. Видимо, чтобы открыть эту дверь, как раз придется собрать все вот эти вот снимки. Давай. Ну, друг мой хороший. Во. Пожалуйста. Так, это есть, хорошо. А что там, кто-нибудь видит? Оно хоть как-нибудь... Нет, не поддается. Что-то там неладное. Ох, чувствую, это будет долго. Также у нас имеется ключ. А где его использовать, пока тоже большой вопрос. Ну, пошли еще раз. По всем пройдемся помещениям. Чух. Аккуратно себе ходит, никого как бы не трогает, не привлекает лишнее внимание. Здесь не было. Если мне не изменяет память, а в данном случае она не изменяет, рентгеновские снимки у нас были этажом пониже. Было дело, я помню, но я не мог их брать. Они также у нас были в палатах. Пошли пособираем. О боже. Так, тут вроде чисто. Я по-прежнему негодую, потому что у меня нет фонарика. Скажи мне, пожалуйста, друг мой хороший, как ты это разобьешь? Мне просто интересно. Не, этот вариант не катит. Вон там я вижу рентгеновский снимок, то есть нам в любом случае придется как-нибудь туда добраться. Это что, вентиляция тут? Нет, нифига. Я уже порадовался, думал, может как-то разбить. А нельзя ли реально просто взять и разбить это дело? Было бы намного проще. А, здесь, походу, чисто. Ну, пошли дальше. О, как же тут стрёмно. Действительно, очень стрёмная локация. Я даже не знаю... А, блядь! Ух, вы ж чё, издеваетесь, что ли? Так пугать-то, ёпты. Ладно. В общем, мы поняли, тут хренососы пытались, видимо, как-то лечить. Сначала его приковали, у него, видимо, какие-то там нашли проблемы и кололи всякими гадостями. Вызывало вот такую побочку. Ладно, то есть мы заходим, и у нас такие вот флешбеки. О! Не, прости, братишка, но я помочь тебе никак не смогу. А вот, пожалуй, это я заберу. О, боже. Это мне реально пригодится. Было бы забавно, если тут какая-то хрень за нами бегала. Тут как-то ты ходишь, никого нет. Даже странно. Во, что это такое у нас? Суставы, отлично. Твою мать, а! О, да. Докторша, конечно, была не то что больная на голову, это еще мягко сказано. То есть в каждой палате практически у нас есть по рентгенчику. Нужно только найти его. Здесь чисто. Видите, практически в каждой. Здесь наверняка что-то должно быть. Так, без навеиваний воспоминаний, то есть, слава богу, пока что эти флешбеки реально жесткие. А закрытая дверь. А вот теперь я могу ввести код. Хрен его знает, правда, какой. 4-0 не прокатывает, да? А, убери, пожалуйста. Молодец. Ай, как же нам туда попасть-то? Есть предположение, что на этих рентгеновских снимках, как было, к примеру, в Silent Hill одном, может быть написан код. Есть такое вот чувство. Мы были? А тут мы вроде как не были. Окей. И, по сути, ничего полезного. Давай глянем тут, а. Надо смотреть не только на пол. Я думаю, может быть, и на потолке где-нибудь. О, туда уже путь нам заказан. Там мы не пройдем. Ладушки. И здесь спокойно. Хорошо. Значит, у нас есть уже как бы пара снимков. Я думаю, можно вернуться. Блин, как же нам открыть? Где взять код? Вот что вопрос. Если он нигде не написан. Ладно. Слушай, а может где-то в записках? Сейчас, как мы там смотрели... А, здесь
Сегодня я посетил камеру пациента 12.01. Вот у нас есть 12.01. Я думаю, что, в принципе, можно попробовать. Я не знаю, получится, не получится. Давай. Так. 12.0. Ой, не то. Трехзначный, понятно. Я-то думал, четырехзначный можно было бы. Окейушки, будем искать далее. Ничего такого в этом, в принципе, нет. Тут у нас тоже чисто. И здесь, на удивление, тоже чисто. А, итак, значит, у нас закрытая дверь есть. Не считая той, где надо было снимки, собственно, достать. И у нас есть ключ, с которым тоже непонятно, что делать. Ну, если так вот следовать логическим умозаключениям, то этот ключ наверняка вот от этой двери. И там у нас есть рентгенушка. То есть надо как-то растопить этот ключ. Я не знаю, если он... Конечно, может так сделать. Сейчас попробуем, сейчас вернемся. Да, игрушка, конечно, замутная такая у нас. Че тут? Ничего, тихо все. Спокойно, никто нас не трогает, никто нас пока не агрит. Ай, ну давай глянем, что мы тут начали. Тут мы начали играть, и тут у нас чистота. Давай развесим, что у нас осталось. Я не знаю, в каком именно порядке, но надеюсь, что... Так, а ну давай. Готово. И вот это. Чудненько. То есть еще три. А никаких цифр, ничего здесь вроде как нет, я не вижу. А тут что-то написано, да? Показалось. Да. Хорошо. Так, здесь ничего. Может быть, какой-то... Что-то я слышу, кто-то кудахкал сейчас, или мне показалось. Забавная, конечно, хрень. А, что у нас здесь? Тут тоже чисто. Мне кажется, что надо как-то растопить. Почему нельзя просто взять и разбить эту банку? В принципе, так логично было бы. Так, тут вроде пока тоже чисто. Тут, оказывается, мы пропустили с вами, смотрите. Вот такое вот чудо-юдо. И там был нарисован ключ, что самое интересное. Сейчас мы этот рентген попробуем там прислонить. Вот что значит иногда не заметить между стеллажами вот такой вот сюрприз. Может быть, еще что-то есть. Хотя, смотрите, у нас есть закрытая дверь и, получается, кодовая дверь. То есть и там последние должны быть наши рентгеновские снимки. Хорошо, давай сюда положим это дело. Так, опачки. И пошла жара. Так, видно, что здесь есть ключ. Смотрите, он его проглотил. Ключ проглотил. Нож, по-моему, еще что-то. Что-то острое. Так. Ладненько, пошли. Что же нам с тобой делать? Может, ее как-то бросить можно? Нет, увы и ах, к сожалению, эта штука не бросается. Каждая из этих фотографий символизирует маленькую победу. Не могу продолжить свою работу, пока они все не на месте. Ну, мы как бы сейчас поможем ей. Вернем все эти снимки. И все будет найс. Так. Ну, не знаю, здесь вроде как делать больше нечего. Я лично ничего такого не вижу. Фух, ну что, ребята, давайте попробуем еще разок. Так, так, так. Может, я реально что-то тут не досмотрел, не доглядел? А, вполне себе возможно, потому что эти скитания, честно говоря, вот это что такое у нас? Да ладно. Ты издеваешься? Нет, ну было, в принципе, понятно, что ключ надо как-то растопить, да? То есть просто разбить не получается, значит, надо специальную горелку использовать. Господи, как же вы замутили эту игру, а? Ну, от этого она хуже, конечно, не становится, но местами бывает реально затянута. Забирай, пожалуйста, сраный ключ и пошли уже! Давай быстро рожай. Во. Ну, теперь как бы все складывается. Сейчас мы пойдем откроем дверь, заберем снимок черепушки. Так, подожди, не сюда. Вот сюда. Не, не сюда, подожди. Что-то мы с тобой туда-сюда ходим, во. Огромное количество этих коридоров. А, ну, по-прежнему есть такая маленькая надежда, что в этой комнате у нас есть также и пароль к двери, которая здесь же находится. Давай, дружбан. Что тебе мешало выломать это маленькое окошко и залезть туда? Во, теперь хотя бы видно, что здесь. Вот, забираем. Это дело нам понадобится. Теперь внимательно надо это дело осмотреть.
Чё-то я пока не вижу ни хренашечки тут. Ой, чувствую, напаримся мы. Ну, опять же, я люблю, когда в играх есть какая-то нативность, да, какая-то как бы близость с игроком, чтобы было понятно. Не обязательно за ручку водить, а чтобы нам хотя бы намекали проще, что и как делать. Так, ну что, ребят, остается еще один рентгеновский снимок, и таким образом у нас это дело откроется. Давай выберем. Хопочки, о, смотри, 768. То есть здесь как раз есть код 768. Ну окей, слава богу, хотя бы так, и не пришлось сейчас заморачиваться и искать. Главное не забыть эти три цифры. Так, 768. И там наверняка должен быть последний снимок, который мы заберем. Ну это уже просто Ванга, знаешь, так сказала бы нам. Так. 7, 6, 8. Отличненько! Слава тебе, Господи! О боже, что-то мне не хочется за эту ширму заглядывать, но у меня просто нет выбора. Да, лежит, слава богу. Так, забери. Быстро забрал его. Ух ты. Да, реально классно сделано. Текс, это дело мы забрали. Тут различные снимки, нам это почему-то не нужно, то есть интереса никакого к этому делу нет. Плевать, блядь! Ёб твою мать. Блин, херово дело, друзья мои хорошие. А куда мне деваться-то? О боже. Она приближается или стоит на месте? Эй, Пич, ты там? Подожди, то есть получается, что я иду, и она как бы притягивает меня. Не надо. Не надо, вы сюда. Зайди сюда. Твою мать. О, господи ж ты, луковое горе мое, а? Что мне с тобой делать? Ну давай попробуем. Умрем так умрем. Хер с тобой. На твоей совести, мразь. Здрасте. Где она? Эй. Бичевка. Блять. О, сучка какая. Нифига себе. Фух. Хорошо. Хорошо. Прям взбодрились. А то что-то как-то сели, приуныли, начали играть в Дуруэйс. Это было бы уже не на Дуруэйс даже похоже, да? Респект. Респект разработчикам за это, потому что реально я думал, я усну в начале этой серии. Это скитание по этим коридорам, туда-сюда, это унылое дерьмецо нам никому нафиг не упало. Фух, а тут нас девчонка-то взбодрила, так как еще взбодрила? У него там, по-моему, монетка в паху, нет? Монетка в паху. Так, красавица сюда вроде как не направляется, я предлагаю чухать далее. Чудесно, то есть я столько канаёбился, чтобы просто открыть возможность спуститься еще ниже. Где, мать его, еще страшнее. Ну это нормально, это же Дуруэйс. Удивляться тут абсолютно нечему. О боже. Это все нормально? Нахрена ты моргаешь? Нет, я, конечно, понимаю, если бы мы играли в SCP, то там моргание как бы у нас решало, выживем мы или нет. А вот эта докторишка, кстати, которую мы так вот тщетно пытаемся найти на протяжении всей игры. Тут она проводила опыты. Но для этого стола, то есть как-то слишком чисто. Ни кровишки, ничего нет. Давай глянем, что у нас тут. О, друзья, это же морг. Самый, мать его, настоящий морг. О, боже. Так, значит, надо какая-то записка, видимо. И возможность найти код 768. Кстати, давайте проверим. Может, работает? А, нет. А, панель у нас не активная, дверь у нас заперта. Что это было? Серьезно? То есть... Если я сейчас туда зайду, кто-то нажмет кнопку, я там буду вечно сидеть. Нетушки! Давай проверять еще, какие комнаты у нас доступны. Это работает? Что такое, что забыло? Меня как будто кто-то держал, серьезно. Па-па-пам. Что тут может нам пригодиться? Разные растворы, химикаты. В принципе, интереса лично для меня оно не представляет. Я бы, конечно, взял, чтобы там кому-то пшикнуть. Ну, оружия же у меня нет. Можно было бы и облить ее химикатами. Мало ли что. Так, что-то тут не густо у нас. Непонятна суть этой комнаты. Зачем нам это сделали? Окей. Так, оттуда мы пришли. Ну да хорошо, давай посмотрим тогда, что у нас. Выход работает? Выход заперт. А было бы очень даже странно, если бы он был открыт. Тут был скелет? Я что-то не помню скелета. Серьезно, я не помню, чтобы он стоял. Может, я внимания не обратил просто.
я твою мать знал, что дерьмо произойдет какое-то. Ладно, в присядочку хоть не так страшно. Эффект гопника activated. Так, пошли. Аккуратно. Что это такое? Кулончик? А, это часы. Ну, кулон какой-то. Вау, серьезно, то есть мы нашли с вами некий маховик времени. Ну, как был у Гермионы Грейнджер из Гарри Поттера, да? Ну, там она могла время перематывать. Ну, по сути, мы делаем то же самое. Мы смотрим на флешбеки того времени, да, что там было. А, нажмите F... чего? А, понял, ну, сейчас сделаем. Я запройду, подожди. Интересно, а как долго эта штука работает? Вот в чем вопрос. Интересная, кстати, такая задумка, то есть классный поворот событий, мне нравится. Надо было вначале так сделать. О, что-то есть, сейчас почитаем. Давно не было записок. Точно так же, как душам моих целей удается вторгнуться и загрязнить мою личность, ты психическая энергия... Да, ага, психическая энергия доктора Штайн ворвалась и сосредоточилась на этом устройстве. Я могу проникнуть в ее сознание просто путем активации этого устройства, а затем оно зашепчет мне на ухо, описывая новый мир боли, мир секретов. Если у этой женщины остались хоть какие-то следы туманности, они находятся теперь на моей ладони. Господи, это ж... Да, шрифт, конечно, оставляет желать лучшего. Хорошо. Будем сейчас активировать, проверять, что тут у нас было. В этом плане все хорошо. Такой как бы... рыбий глаз у нас, да, эффект? Вроде так называется. Еще раз давай. Вип-вип-вип-вип. Что за вип-вип-вип? Пошли отсюда, вип-вип. А мне интересно, с помощью этих часиков... Дверь, откройся! Откройся, дверь. Дверь не открывается. Не поддается, мать его. Значит, я что-то не увидел. Сейчас еще раз попробуем. Я слышу какие-то голоса. Так, подожди. Еще раз. Надо привыкнуть к такой способности. А, может, тут что-то было? О, что-то есть. Кнопочка, подожди, стой, вернись, пожалуйста, в наше время. Возвращайся. Во, есть кнопка. Ну. Так, мы что-то с вами открыли где-то. А, есть подозрение, что эта дверь входная... Входная у нас открылась. Так, еще раз. Давай, родной, давай. Чап, отлично. Потихонечку. Фух, ну что, друзья, мы вышли с вами обратно. Что это было, мать твою? Ой, там что-то написано. Сейчас посмотрим. 16:48. Запомним. Так. Вау. Подожди. Ты издеваешься, мать твою? Так. Пошли отсюда. Вау. Что он там делает? Слушайте, что-то там оперирует. Я даже не хочу в это вникать. Ну нахрен. Так, сюда нам пока что не надо, в принципе. 16:48. Здесь у нас была кодовая панелька. 16. Готово. Вот, видите, теперь у нас идет все как бы своим чередом. И это хорошо. Морг. Тут должно быть холодно и очень страшно. Так, никого нет, на удивление. А, что-то мне подсказывает, что мы сейчас должны еще раз это дело обыскать. Странно. А, чтобы мы ввели код, и тут ничего не было. Этого просто быть не может. Так, давайте с этого начнем. С самого начала. Че, ничего не надо, что ли? Ты гонишь, что ли, мать? О, есть кнопка. Все увидел. Готово. Что мы открыли? Что-то где-то открыли, друзья. Пойдем смотреть. Что-то мне подсказывает, что открылись вот эти вот двери. Нет, по-прежнему заперто. Хорошо. А здесь мы были? Мы тут не были. О, боже.
Это реальная жесть. Так, записан. Я потерял контакт с охраной периметра, и на верхних этажах полностью отключили электропитание. К счастью, у меня есть генератор аварийного питания в комнате рядом с операционной. Я должен позаботиться о ситуации относительно пациента, который страдает галлюцинациями. Принял ключ моей башни за божественный фрукт. Да, у нас был пациент, который там был, помните, рентген с ключиком, который он проглотил? Рядом с операционной, окей. Ой, наверное, не надо было так делать. Нажми, чтобы начать возвращение. Серьезно, а почему так медленно? Почему так все медленно, твою мать? Полностью в кромешной тьме. Мать его, Alone in the Dark, самый настоящий. Вы представляете, это же полный пипец, это реально вынос, мать его, мозга. Твою мать. Куда она пошла? А, смотри, подожди, то есть она идет сейчас активировать, да? Мы просто проследуем, посмотрим, что она будет делать. Так, она проверяет, думает, что тут делать, но там только за один рычаг надо дернуть. Во, свет включается. Нажмите, чтобы начать возвращение. Сейчас наша текущая задача сейчас быстро пойти к этому пациенту и забрать ключик. Ну что ж, поехали. Пока эта докторша туда нагрянула вновь. Вот, я почему-то решил, что надо как-то сбежать, но нам же напомнили про ключ, божественный фрукт, который пациент съел. Вот, вот все, сейчас это сделаем. Ключик мы с вами возьмем и как раз сможем отсюда выйти. Давай, 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 родной, давай. Пожалуйста, быстрее. Быстрее, я тебя прошу. Где ключ? Твою мать. О, давай. О, господи, как же это мерзко. Друзья, я знаю, что вы любите кушать, но я много раз вам говорил, не надо это делать в процессе просмотра ужастиков. Ну, тем не менее, ключиком-то мы завладели, и это уже хорошо. Вы посмотрите, какая огромная цепяра у него была там. Хорошо, это мы сделали, а теперь у нас была одна закрытая дверь, вот эта. Сейчас попробуем открыть. Фу, окровавленный ключ. Вроде как все хорошо. О, я надеюсь, что прыгать мы сейчас с тобой не будем. Давай просто аккуратно. Вот, вот так, хоп, отлично. Какой интересный у нас здесь сейчас паркур должен быть. Как вы думаете, имеет вообще смысл туда прыгать? Может, надо как-то туда соскользить? Потому что оттуда я не смогу это сделать. Я попробую, ладно. Если я умру, значит, это будет... Хотя, подожди, чего я парюсь? Точно. Вот, вот оно как. Ай, блин! Да, 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 знаю, знаю, неправильно. А, значит, наша задача посмотреть, какие появляются, какие пропадают. Так, вот этот появился. Чудненько. Все, убирай. Что у нас здесь появится? А здесь у нас, по-моему, ничего такого не появляется. А, значит, с этого камня мы сейчас перепрыгнем налево. Плюс оно еще подсвечивает хорошо. А, вот сюда давай. Так, вот лестница, отлично. Ужаснейшее место. Вон написано выход, но биться головой об стену как-то желания особо у меня лично нет. Так, вот еще лесенка. Готово. Прыжочек! Молодец. Малорик. Воу, по-моему, оно обвалилось, нет? Или показалось? Ладно. Хопа. Хопа. Отлично. Да, это самый настоящий, мать его, паркур. Главное тут теперь... А, блин! Твою ж налево. Но радует тот факт, что мы хотя бы как бы не с самого начала начали. Или с самого, нет, не нормально. Сейчас попробуем. Так, пропадай. Мне надо чуточку больше времени. Во. Так, у нас центральный упал, да? То есть надо быстро это все сделать. Сейчас попробуем. Быстро. Быстро, быстро, мать твою. Молодец. Все, полезли. Мы уже практически добрались с вами до самого низа. Здесь и так уже все повваливалось, это жесть просто. Да. Фух, хорошо. Слишком узко, на самом-то деле.
но вроде как загрузочка пошла у нас. Я думаю, что здесь можно уже закончить. У нас как бы новая локация, прошла подгрузочка. А, скорее всего, следующая серия уже будет, наверное, финальной. Там мы, в принципе, с вами игрушечку и добьем. Ой, лабиринты, как же это... Так, подожди, оно не работает, кстати. Наши часы почему-то сейчас не действуют. Ладно, сейчас надо же под конец что-то такое эпичное увидеть, чтобы можно было с чистой душой закончить. О, боже мой, что-то мне не нравятся эти спуски. Так. Ну, давай глянем, что пишут. А, кто-то нашел это место, и сейчас они тут. А, они идут. Но я не боюсь, поскольку я страх. Я боль, и я страдание. Я иду по твердой земле. Моя судьба — свет, огонь, истины. О, боже. Ладно, с огнем истины, я думаю, можем, будем уже разбираться в следующий раз. Спасибо, друзья, что смотрели. Всего хорошего. Пока-пока-пока.